Казалось бы, обычное дело. Десятки спортсменов, профессионалов и любителей одновременно занимаются на велотренажерах. Но нет, это не простая тренировка. Это финал сайклинг-челленджа «Гонка за Тайкан» совместного проекта компании Porsche и сети фитнес-клубов World Class. Главная задача участников – как можно активнее крутить педали, чтобы вырабатывать больше энергии для подзарядки электрокара. И, разумеется, показывать лучшее время. Соревнование очень для нас новое. Кооперация нам очень нравится. World Class – известная марка с длительной хорошей историей, очень положительной. И такая кооперация нам нравится в частности потому, что она собирает большое количество людей. Атлетов, людей спортивных, людей азартных, людей, которые хорошо выглядят, которые на адреналине проводят вот так время совместно. Сначала в рамках сайклинг-челленджа проводились отборочные туры. На соревнования заявились как адепты здорового и активного образа жизни, так и поклонники автомобилей Porsche, преданные клиенты, представители клубов и даже сотрудники. Чтобы попасть в финал, им нужно было показать наивысший максимальный уровень средней мощности за полчаса педалирования и попасть в тройку лучших. В итоге без малого 100 человек, поделенных на две команды, вышли на старт в финальной гонке. Это не часто встречающийся опыт. Я слышала, такие проекты проводили в Америке, кажется, пару раз, вот, но не с автомобильным брендом. Да? То есть люди генерировали энергию, да, но она не рекуперировалась потом в энергию автомобиля, что для нас является, конечно же, новым опытом и очень позитивным. В общем зачете победу одержала белая команда. В личном среди мужчин самым продуктивным стал Андрей Маргелов, а среди женщин – Дарья Барцевич. Они получили не только памятные призы и возможность протестировать Porsche Taycan на дорогах, но и необычный опыт занятий на уникальных тренажерах. Скажу вам, что впервые, и аналогов таких нет, было разработано специальное программное обеспечение, которое позволяет правильным и корректным образом скалькулировать, посчитать эту энергию. Да? Что очень непростой процесс, и наш партнер привлекал специальных разработчиков, которые работали над этим программным обеспечением. И, конечно, в следующий раз это уже будет более понятная история. А следующий раз действительно может состояться. Компания Porsche рассмотрит такую возможность, если опыт по итогам опроса участников признают позитивным. А если нет, немецкая компания непременно придумает что-то другое, ведь активности у них проходят постоянно.